И отсюда, я думаю, можно начинать записывать следующую серию. Итак, я вот так от входа чуть-чуть сюда пробежал. Закрепил успех, что называется. И мы идем искать уборщика Ахти. Обслуживание подсобка уборщика. Так, хорошо. Если бы я еще помнил, где эта подсобка была. Так, я туда бегал. Бегал. Отдел логистики, транзитный коридор, паноптикум, верхний паноптикум. Где она была? Вот здесь это было. Вот. Энергоустановка ЭК. Сейчас опять эти мудили вылезут, будут прыгать. Как же ты долго загружаешься, игра? Я помню, я там долго бегал, искал Ахти. В этой подсобке. Сейчас у нас будет очередная пиу-пиу перестрелочка, я думаю. Я вообще интересно, сам какого уровня? 5, 6, 20, я думаю, 3. Так. Где-то это было, вот, Ventilation Elevator, где-то здесь это было. Так, ну сейчас это говно вылезет. Точно-точно вылезет. По-моему, это было здесь где-то. Вот здесь. А, с вентиляцией связано. Может быть. Так. Так. На второй этаж подниматься? Ну, хрен знает, давай попробуем, что. Может, правда? Но подсобка не может быть на пятом. Я не помню просто, как я сюда залазил. Мне с моей пространственной памятью только по подсобкам лазить. Так. На, подсобка уборщика. Замечательно. Подсобка на втором этаже. Это так круто. Прям слов у меня нету. Опа. По-моему, Ахти был вот здесь. Нет. Там уже перестрелочка. Где он? Ахти, ты где? А это что? Сейчас остался мальчик, сказал сынок. Помощница будет работать в першатаках, а дом стоит. Энники, беники, веники, шменники. Как вообще кто-то может отсюда выйти, если все не говорят о том, чтобы уйти в отпуск? Так, а видение Ахти? Охладительные насосы. Ну, я все правильно делаю. Где-то здесь его видение. Подожди-ка, давай-ка посмотрим. Но, вы что, охерели что ли, ребят?
Кто? Так дела не делаются. Чего вы в меня стреляете? Я просто пришел с добрыми намерениями. Вот так. Ага. Кто он такой умный? А, ну, с тобой мы уже знакомы. Да ёлки-палки, ну что это такое? А как назло, как назло. Хорошо. Ты типа как неизбежность, да? Ну я тебя сейчас неизбежно износил. В смысле? А почему я не могу? Только кидаться что ли могу? И кидаться не могу. Где он? Ай-я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 й. Но вот это меня не устраивает совершенно. Вот он сейчас появится и все. Надо как-то вопрос решить. А как? А там что происходит? Подожди-ка. Это что? Это доп. Задание. Да нет, так не получится. Меня убьют. Ладно. Вот так. Интересный бой. Прям заслуживает внимания, однозначно. Пошел ты. В сторону. Скотина, не выстрелила она. Мразь, ну ладно. Ладно. Хорошо, это был мой косяк. Но я мужественно сражался. В этом коридоре. Игра, что ты так долго загружаешься? В коридоре с этой жопой сложно воевать. Так, да, все нормально, там где надо. Директор Фейден. Что ты хочешь? Молодец, я уже твой кумир, да, это радует меня. Быстро, 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 быстро. Раз, два, три, четыре, пять. Кто шагает дружно в рад пионерский? Так, лифта нет, почему лифта нет? А, он с прошлого раза наверху остался. Ну надо же, прям обалдеть. Это так радует. Продолжаем идти за Ахти. За его видениями. Охладительные насосы, АЭК. Я надеюсь, мы правильно идем, в принципе-то. Но они здесь воюют.
Так. Подожди-ка. Вот это MSC Power, это что? Я уж не помню. Но это подсобка уборщика, да. Подожди, а почему этот говнюк... Не понял. Игра. Так, вот сюда. А, ну да. Бором-бом-бом, да. Нет, родной, мы будем по-другому сейчас с тобой воевать. Вот так. Вот так. Где ты? Йом-пом-пом, йом-пом-пом, йом-пом-пом. А йом-пом-пом, йом-пом-пом, йом-пом-пом. Ты типа тяжело бронированный и очень опасный, да? Я тебе сейчас твою бронику засуну в задницу, лошара, лошара, лошара. Хорошо, умничка, умничка. Ну-ну-ну, спокойно, Джесси. Так, теперь посмотрим, как с этого он берется. Нормально вообще? А, вообще, с близкого расстояния нормуль. Так, что это такое? Осколочное оглушение. А, это не надо. Так, здесь, да, его воспоминания, насколько я понял, да? Ах ты, ты... Подожди-ка. Он что хочет сказать, что мне туда идти надо? Я не думаю, что мне туда надо. Или сюда все-таки. Охладительные насосы АЭК. А где они? Охладительные насосы АЭК и что? Ой, бляха-муха. Так. Я явно куда-то не туда, по-моему, иду. Ну ладно. Давай посмотрим, что нам это даст. Не откроется. Естественно. А, вон оно. Вот. Тихо-тихо-тихо, вот так. Интересная задумка. Очень интересная. Ах ты, дай уже что должен, ёлки-палки. Не издевайся надо мной. Говнюк. Так. А у нас тем временем... Контрольная точка. Охладительный насос АЭК. Давайте сейчас я посмотрю, что здесь есть. А потом закрепим успех. Корреспонденция. Жалоба на очаг. Федеральное бюро контроля. На, очаг. Почему нам не разрешают сжечь в нем устаревшие документы? Смахивает на то, что очень хорошее пламя расходуется попусту. Я лишь пытаюсь сэкономить вам пару баксов в море пот. Обычно люди в костюмах это ценят. Так, что хоть этот очаг греет? И кто вообще во главе всего этого? Он горит всегда, но я никогда не вижу, чтобы им кто-то занимался. И шум, который он издает, не правда ли, что он несколько, ну не знаю, того. Я имею в виду то, что не могу быть единственным, кто слышит этот странный хрип или чем
или чем бы это ни было. Кто-то должен на это взглянуть. Должно быть, настало время для замены. Исследование и записи, что тут? Ну-ка. Что мы упустили? Классы мы читали. АМС, АМС. Хижина Ахти. А, понятно. Хижина Ахти. Тоже читали. Так, что здесь? Давай. Жахнем по этому самому. И закрепим здесь успех. А я почему-то думал, что мы здесь были. Так, насколько я понимаю, воспоминания вон они дальше. Судя по цвету. Идем. Ой, ах ты! Ой, ах ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну понятно. А, это эти мрази. Но я совершенно не готов был ко встрече с вами. Ахти, имей совесть. Ахти, ну имей совесть. Абсолютно никакой совести у тебя нету. Я слабая женщина, пришла с ними воевать. Так, опять у нас солнце светит во всю Ивановскую. Эвориатене улисинтипа. Как меня эти сперматоксикозники выбешивают, а? Как они выбешивают? Ну-ка. Мне просто интересно, насколько... Ёлки-палки, солнце. Ну ты так светишь неудобно прям. Воу-воу-воу-воу, вы чё? Ребя, ну мы так не договаривались. Готов. Готов. Ну да так. И не-не-не-не-не-не-не-не, родной, ну ты чё? Среди вас еще есть одна мразь, которая чем-то все время плюется или вообще черти чем занимается. Давай. Есть. Да, отлично. Еще. Так, там уже кто-то чем-то в меня плюет. Это плохо. Да, это уже есть. Надо как-то... А как? Вот как это с ними решить вопрос? Мне просто интересно, они без конца будут резаться? Опа! Мразь, а. Я чё, не попал? Да вы подкалываете. Я не попадаю. Замечательно вообще. Так лучше. Вот так. Сдалека хорошо себя показывает. Опять идут? Вроде нет. Давай-ка вот это, у него скорострельность лучше. Ах ты, не пугай меня! Так, вижу, 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 вижу. Чё такое? Чё происходит?
Свободен. Так, он продолжает идти. Но я думаю, что без конца они резаться, конечно, не будут. Иди отсюда. Что делается там? Там я вижу мразь вот эту. Кто еще? А, вон еще сдалека. Вот эта мразь ходит. Он может плюнуть очень далеко. А как бы его... Вот еще понять бы, попадаю я по тебе или нет. Было бы вообще замечательно. Ух ты! Вот это мне сейчас повезло. Так. Одно я вижу. Вот он. Готов. Попробуем, Так, а здесь что? Здесь ничего. Вон он, гнида, ходит. Я не понимаю, он что, так не убивается, если у него хил не обозначен, что ли? Ну-ка. Еще как убивается, скотина. Все? Отлично. Я просто Эрнст великолепный. Так. А это что? Какие-то аккумуляторы. Ну, а ту сторону мы пойдем с помощью левитации. Да, это совершенно однозначно. Судя по тому, что в игре происходит, я думаю, да. Я хочу сказать, что этот автомат себя очень неплохо показывает. Прям он этих мразей выносит только так. Так. Ну что-то мне туда спускаться, честно говоря, вот вообще не хочется. Прям совсем. Приземлись, Джесси, приземлись. Так. И вот это. Хорошо. Ну, это, я так понимаю, короткий путь, что ли? Видимо, да. И сейчас не этим надо заниматься. Мы топаем к воспоминаниям Ахти. Да ладно, через Ocean View идем. Да. Мы идем через Ocean View. И гостиница. Нигде. Финская танго. Ну что ж. Это голос Ахти, по-моему. Да, и он по-фински шпрехает. Что у нас там открылось? Это что такое? А, ну это было уже. Но это нам явно не надо, судя по всему. Да, мы другую дверь будем открывать. Она тоже будет обосрана? Нет, она не обосрана. Три приемника. Так. А это? Но его сейчас четко слышно. Здесь непонятно что-то. Ладно, давайте посмотрим, что будет здесь дальше. Сейчас еще потыкаем. Так, здесь тоже надо настроить голос Ахти. Видимо, да. Так, включили. Включили. Зеленая. Так. Так.
А теперь ты открываешься, я забираю ключ. Да. Отлично. И мы открываем комнату с пирамидой. Давай. Не понял. В чем проблема? Чё за... Стоп, это что? Замечательно. Джанитор. Почему-то у нас джанитор комната. Так. И... Нет. Сейчас. Что происходит? Это... Нет. Джанитор. И что изменилось? То же самое все. Так, везде у нас вещает Ахти. Везде вещает. Смотрим дальше. Здесь, да. Ну пошли в джунитор. И что сейчас? Ну и так. Следовать карьер черного камня. Ну не кисло нас занесло, не кисло. Сводка по Олбани. Олбани. Сводка событий. Группа реагирования была отправлена на место предполагаемого активного АМС в Олбани. На месте агента обнаружили и успешно забрали объект АИ-63. Бюро обнаружило в сети многочисленные сообщения о громком шуме, исходящем из заброшенного товарного склада, владельцем которого числится корпорация. На месте правоохранителя обнаружили множество тел с повреждениями различной степени тяжести. Это наряду с громкими звуками посчитали свидетельством существования оборотня, поскольку все происходило в последние три полнолуния. На место прибыл полевой агент в сопровождении отряда рейнджеров-стажеров. Вероятность обнаружения АМС считалась низкой, и случай рассматривался в первую очередь в качестве полевой тренировки. Тем не менее, на месте команда обнаружила крайне неустойчивый измененный предмет, который был успешно изолирован и доставлен в бюро. Ну, это, скорее всего, и есть этот диапроектор, я так понимаю. Так, ну что, у нас очередной чекпоинт. Закрепляем успех. Есть, правильно? Закрепились? Да, закрепились. Меня уже видят, мои пупсики, что ли? Меня уже видят. Мы продолжаем, друзья мои, следовать заведениями Ахти. Заведениями нашего друга и брата. Ага, вон оно. Ох, Ахти, Ахти. Я помню, что это опасное место было. Очень опасное. Ладно. Кого-то вижу уже вон. Живой? Да ладно, серьезно что ли? То есть ему вообще никак? Да так не может быть. Ну и что за фигня? Ну и что это? Да нет, с третьего раза снес. А, я еще и хилому так снес, не кисло. Так, ну-ка. Да, 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 алло. Ну это зря-то, кстати, вот это затеял. Подходить к современной женщине сблизи, так нагло в нее кидать. Ну, это несерьезно. Попал? Да. Дистанционная стрельба здесь. Так, давайте-ка посмотрим, где у нас тут первое воспоминание. Ахти. Это кто там?
Спокойно, Джесси, спокойно. Ты же директор, ты сможешь. Так. Отсюда попробуем сейчас все это говно почекрижить. Вот так. Все? Ты готов? Ты готов. Еще кто-то есть, да, тут? Но мы тут приземлимся, аккуратно так приземлимся. Ага. Ага, конечно, конечно. Вот так. Убежали? Да, только я не понял, а почему у меня так мало хп? Потому что вроде как я успешно все сделал. Или я что-то про себя не знаю. Ну-ка. Так. Почему у меня так мало... Неужели она до меня успела дотронуться? Мне кажется, эта мразь до меня успела дотронуться. Поэтому я так слаб и абсолютно не суперстар. Так. Хорошо. Идем сюда. Чё здесь? Карьер черного камня. Ну я здесь бился, да. И что? Лифт? Лестница. Или что это? Ах ты! Ты какую-то хрень мне загадываешь, если честно. Прям вообще. Я что, не могу никак? Да нет, никак. Так, и что с этим надо делать? А куда я отсюда в принципе пойду? Ну, только вниз, если, да? Ну что, рискнем? Давай, что? Может, правда? Тихо. Запретная зона? Что за запретная зона? Что за запретная зона? Так. Я надеюсь, я правильно пошел. Потому что ничего другого там не было. Абсолютно. Быстренько хил дал мне. Так. У нас есть кнопка Х. И что эта кнопка Х открывает? А мост какой-нибудь, я так понял. Я прям думал, это гражданский какой-то, а не эта мразь. Олбани дополнение. По прибытии на место отряд проник на склад и обнаружил коробки с товаром, оставленные последним владельцем здания. Агенты пытались установить источник звука, когда пространственный разрыв у южной стены привел к ее обрушению внутри здания. Воздействие объекта вызвало ускоренное физическое перемещение деревянных коробок, в результате чего полевой агент, а два стажера потеряли сознание. Остальные успели покинуть склад, пока он полностью не обрушился. Среди завалов в эпицентре эффекта, притягивающего и отбрасывающего обломки, они обнаружили объект АИ-63. Им пришлось охранять объект до захода луны, после чего эффект прекратился и они могли приблизиться. Дальнейшая транспортировка объекта в бюро происходила без инцидентов. Во время операции жертв не было. Гражданские при обрушении склада не присутствовали, поэтому дополнительное информирование со стороны отдела по связи мне потребовалось. Ну, интересно, конечно. Ну что, давай откроем. Что здесь, если отсюда воевать? Да нихера отсюда. Ничего путевого в этом нету.
Так, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Так. Где они? Я ничего не вижу вообще, где они? Так. Пошел отсюда. И не лезь ко мне. Не-не-не-не-не, дружок, ты у нас парень особенный. Свободен. 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 Так, это он? Да там еще вон ребятки ломятся. Ага. Сюда. Пошел отсюда. Как ты выжил, я не пойму. У меня дамаг увеличен. Как ты выжил? Кто там, кто там, кто там? Я не вижу. Пошел отсюда. Иди сюда. Вот так. Хорошо. Ну-ка, 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 ну-ка. Пять, что ли, не попал? Да не, попал. Попал. Теперь сюда. Живой, вот скотина. Ты какой-то реально охеревший, если честно. Вас двое, что ли? Я не вижу просто, куда я стреляю. Иди сюда. Живой, гаденыш. Пошел отсюда. Сейчас мне будет больно. Так, вроде выжил. Но это вроде. Ой-ой-ой, что с ФПС делается? Что делается с ФПС? Ах ты, я тебя ненавижу за твои воспоминания. У-ху-ху-ху-ху. Я уехал, да? Ну, я вот так вот чуть-чуть пригнусь, если никто не против. Да. И все. Надо было просто уехать, потому что их было очень много. Нигде. Не картографированная зона. Нахер с ними воевать? Да, длинная серия, длинная. Как Ахти поет? Приехали мы, да? Ахти, куда мы приехали? Скажи мне, пожалуйста. Под эту чарующую музыку. И вон какой-то этот. Так. Это что? А это что?
Так, давайте дальше пойдем посмотрим, что здесь. Впереди что-то есть. Ты видишь? Вижу. Так. Дерево, праздничные воспоминания, дополнительные материалы. Выдержка из речевые функции измененного объекта АЛ-14 доктора Теодора Эша. Результаты поразительны, еще более удивительна скорость, которую удалось сделать это открытие. Объект АЛ-14 копирует нашу речь, но в результате множества тестов выяснилось, что в его словаре отсутствуют некоторые слова. Мы начали выделять эти слова и сопоставлять их с экзотерическими текстами с первых дней существования бюро. Обнаружилось, что эти слова, составленные в определенном порядке и произносимые с определенной скоростью и ритмом, вызывают реакцию у измененных материалов. Мы проверили действие такой последовательности слов, которую решили называть формула на других измененных предметах в осмотровом зале. С каждым из них был записан различные физические отклики, 82% из которых были успешными. Нам удалось доказать, что слова могут значительно повлиять на эти объекты. Необходимо изучить возможности конкретного применения данного открытия, например, для определения свойств объекта или для его сдерживания. Это открытие существенно повлияет на нашу дальнейшую работу. А ведь наверняка нам предстоит открыть еще множество подобных слов. Давайте все мы потом посмотрим. Так. Идем вперед. Это что за очередной веселый лес, как в Call of Duty, или зимний лес, как он там назывался? Что это? Бежим. Чё ты там болтаешь? Эй, девочка. Для Фина выходной — это святое. Офигеть. Так. Ахти? Что? Уже наделала в штаны? Что? Да. Так, так, так. Ближе к телу, хорошо. Возьми мой плеер, можешь пользоваться. Песня — это подарок моих друзей тебе. С ее помощью ты пройдешь лабиринт и сделаешь дело. Это и вправду произошло. Он дал мне свой кассетный плеер. Он поможет мне. У уборщика всегда есть ключи. Так, захватываем зону контроля, точку контроля. Отлично. Так, закрепляемся. Отлично. Да, друзья, на этом мы закончим серию, ибо за раз мы прошли воспоминания Ахти.